Всем привет! Добро пожаловать на канал Kinder Малыш ТВ. Кто еще не подписан, подписываемся, ставим лайки и нажимаем на колокольчики. А сегодня я открываю вот такие два киндера. Лова. Киндер Лова. Они одинаковые, вот они. Тут нарисовано, тут розовые сердечки, а тут фиолетовые. Вот. Я не знаю, что там попадется. Должна попасться какие-нибудь, например, сердечки или какие-нибудь фигурки. Никто не знает. Вот они. Кому интересно, досматривать видео до конца. Но мы открываем. Я хочу начать с розового. Вот розовый. Лова написано. Вот такие одинаковые сердечки. И открываем. О, киндер сломан. Почему, не знаем. Высыпаем. Высыпаем этот... Вот бумажка наша. Вот она. О, хорошая бумажка. На картонку похоже. Фольга. И вот наша прозрачная капсула. И вот уже виднеется там желтыми волосами. Вот инструкция. Убираем шоколад. Я шоколад убрала туда. Давайте открывать нашу прозрачную капсулу. Вот она. Прикольная капсула. Вот наша сразу виднеется инструкция. Вот. Вот она инструкция. Такая вот голубенькая. И как бы сказать, наклейки. Не наклейки, а инструкция. Шоколадные яйца с коллекционной игрушкой. 14 фигур в коллекции. Лова. Тут есть вот такие вот фигурки. Вот они. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, четырнадцатый. Ну, до 14-го. Прикольненькая. И вот такая вот девочка. Девочка с желтыми волосами сидит на листочке. Хорошая фигура. Волосы у нее тоже двигаются. На воде сидит листочек на воде, и она сидит. Вот. Вот. Вот такие у нее длинные волосы. Кончается вот таким зигзагом. А, цепляется. Ее мы положим в сторонку, и давайте открывать наш последний. Фиолетовыми сердечками. Открываем его. Я попытаюсь открыть аккуратно, чтобы осталась эта фольга. Да, аккуратно не получилось. Ой, я ничего не сломала его, но все равно надо его ломать. У нас опять же прозрачная капсула, и тут там мальчик виднается, мальчик. Вот инструкция. Вот сюда положим. Давайте открывать нашу прозрачную капсулу. Вот для чего эти дырочки? Интересно. И тут тоже подставочка зеленая, как у этой девочки. Посмотрим. Вот такая тоже голубая. Вот. Это 68-я. Посмотрим. Какая она может попасться? Надеюсь, это не девочка. Девочка. А ее тут нету. Может, вот это она есть? А, понимаю. Их соединяет вот так вот. Вот для чего вот эти штучки? Как пазл собирает. Вот девочка еще одна с закрытыми глазами и стоит она. Тут длинные волосы. Поставим ее на подставочку. Давайте соединим, если получится. Они не соединяются. Я их сняла и попробую соединить так. Трудновато оно сложится. Это просто не из этой версии. Вот. Они должны быть с парой. Ну, так вот. Сажаем нашу девочку и вставляем нашу тоже девочку. Вставляем. Вот они, наши девочки, попались. На кусточках сидят. Две одинаковые девочки.
Это как мультик идет. Девочка сидит, девочка встала и закрытыми глазами. Ну, смеется, радуется. Вот. И шоколад черный, вот, двухслойный. Вот у киндера просто белый внутри, а со стороны черный. Ну, а сегодня нам попались вот такие замечательные девочки на кусточках. Также инструкции и красивые капсулы, вот, прозрачные. Кому понравилось видео, ставим лайк. Подписываемся на мой канал Kinder Малыш ТВ. Нажимаем на колокольчик, чтобы не пропускать мои первые видео. Ну и всем пока-пока!